Привет, друзья, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на телефоне ZTE Blade V 2020 года пользоваться Pro-режимом в камере. Чтобы зайти в Pro-режим, мы заходим в нашу камеру, соответственно, нажимаем другие режимы здесь в правом нижнем углу или просто вот так вот проводим, чтобы перейти в другие режимы, и выбираем Pro. Pro-режим — это довольно-таки интересный режим. Здесь мы можем настроить ISO нашей камеры, то есть выдержку. Можем его увеличить, уменьшить вручную, это довольно-таки удобно. Или же мы можем установить ее автоматически. Дальше здесь у нас есть экспозиция, которую мы тоже можем увеличить или уменьшить, то есть сделать нашу картинку темнее или светлее на ваш вкус. Баланс белого, здесь вы можете также настроить баланс белого, то есть более темная, то есть точнее более холодная картинка или более теплая. Также мы можем настроить таймер на нашем телефоне, то есть перед тем, как сделать фотографию, наш телефон будет считать до 30 секунд, например. Смотрите, мы нажимаем, и у нас идет отсчет до 30 секунд перед тем, как сделать фотографию. Таким образом вы сможете поставить где-то телефон, отойти полностью от него и сфотографировать самого себя, например. Это довольно-таки полезная функция. На многих телефонах таймер в камере длится максимально 10 секунд, а здесь вы можете выбрать любое время, которое вам удобно, и я считаю, что это очень круто. Я советую вам войти в Pro-режим в вашей камере и после этого выйти на улицу и просто... Мы останавливаем. И после того, как вы вышли на улицу, просто подергать все ползунки и попробовать понастраивать камеру, и вы поймете, что с помощью Pro-режима вы сможете делать очень крутые фотографии, намного круче, чем вы бы делали просто с помощью пункта фото. Спасибо, что смотрели этот видеоролик. Надеемся, что мы смогли вам помочь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!